Риф 325. Серого два цвета. Да. Давай, надувай. Смотрим. И тент, да, у нас еще? Тент надо проверить. Красиво. Да, цвет такой. Как стальной какой-то, да? А, она серая даже такая. Ага. Классно. 325-я нужна? Да. Приложим. Смотрим. Пластиковый интерцептор. Все как надо. Все на месте. Ну, выглядит неплохо, да? 325. С носа начнем. Для спиннинга держателей. Мы так уже качали там, тоже высасывали. Так, посмотрим дно. Усиление идет, да? Здесь по килю, по бокам. Ага. Ну-ка, подожди, посмотрю. Киль достаточно такой вот выдающийся.